На рынке мы с вами. Доброго дня, вечера, кто когда смотрит. Обычно здоровый с вами в конце, когда уже розыгрыш лотереи. Ну нет, не обычно, а так бывает. Увлечен уже съемками. Каподимон, ты нашел фигурку прекрасную. Целая. Достаточно большая. Выполнена хорошо. Еще понравился вот этот мальчонка. Там и девчонка такая хорошая. Это, по-моему, елочная игрушка. Балеринка. Так, вот думаю, наверное, бы надо бы забрать. Салонка мне попалась. Вот эта антикварная, старенькая. По стеклу, вы видите, тоже желтое стекло. Форма прекрасная. И вообще подача красивая. Удобно брать за эту пивку и переносить по столу. Кому-то подать. Думаю, наверное, тоже надо взять, да? Экземпляр-то такой хорошенький. И их не так сейчас много, и со сколами это целое. Кувшинчик антикварный. С оловянной пробкой. Какой пробкой? Крышкой. Это когда о другом что-то думаешь, что можешь сказать... не в попад. А вы думаете, что я так и располагаю, так и думаю. Жду цену. Посмотрите, какую вещицу нашел. Ну, я вам показывал подобные, но не такие. Конечно, это моя мечта, бисквитница. Ну, такая в стиле Арнуво. Редко, редкая вещица. Конечно, ручки, видите, прикрепленные к банке. Высокая, необычно, не стандарт. Состояние очень хорошее. Чудесная вещица. Так, это что-то такое непонятное, необычное. Не знаю, что это такое. Ноты или что это. Далеко не пошел на этом же столе. Посмотрите. Ну, не уверен, что это черепаха. Инициалы, скорее всего, серебром. Крючок. Ой, какой он шикарный. Доставать вареные яйца. Крючком. Ну, вы знаете, в чем доставать их. Конечно же, само яйцо не достанешь. В кодлере, естественно. Ой, обалденный. Тоже для пирожных. Несмотря на маленький размер, они хорошо открываются. Да нет, не маленький, хороший. Прям нужный размер. Ну, смотрите, как фамильное серебро, да? Такая баночка. Не знаю, не открывал ее. Открывается она, нет? О, открывается. Для чего она? Ну, хорошо для чая, хорошо для... трав, кофе тоже можно молотый. На самом деле она красотка. Посеребрение, латунь, желтая, видите, просвечивает. Редко встретишь ландыш в таком исполнении. Серебрение. И можно под зубные щетки. Прикольно. Мыло Камея. Такое не встречал вообще на своей истории съемок. Мыло с Камеей. Вот вам интересный дизайн. Очень похож на ручную работу. Возможно, так и есть. Неудачная ткань. Если перетянуть красивой тканью, то ничего, такой себе будет трон. Ну, вот эти завитушки красивые. Необычные ложки хочу вам показать. Такие они чуть больше, чем стандартные. Здесь девушка, да, на этой стороне.
А, я предположил, что на той стороне парень. Нет, здесь у нас дворец или замок с природой. Это Фраже. Фраже. И здесь сова. Вы такое чудо видели? Их здесь две в наличии. Вот вторая там лежит. Кроме как чудо, я не знаю слова найти. Это, ну, редкость. Редкость такое увидеть. Собирателем сов. Хороший вариант. Что-то старенькое, троечка. Клеймо я такое не знаю. Может быть, вы подскажете, кто у меня здесь есть. Знатоки. РА. Ну, необычное решение. Давай. Можем устроить представление. Нет. А там вот парень. Царское время. Наверняка. Ну, хоть один человек говорит, что дома растет. Да растет у меня дом. Ну, вот там у меня... Обалденная. Обалденная. Дом, у меня внизу. Я в восторге от нее. Ну, подоконник, и там батарея. Что-то я с молочное этого перестала, где батарея, да? Но оно красиво все равно растет. А мне муж говорит, ты что делаешь? Оно быстро будет расти. Новый отдельчик здесь открылся. Знакомая моя. Я, кстати, у нее брал золотую витрину и свою огромную эту большую вазу. Бирюзовая, помните его, ее, она стоит на постаменте. Вот интересное решение, видите, тоже с ландышами. Постамент и ваза. Консоли, мебеля, лампы, в общем-то, выбор у нее очень хороший. По мебели так вообще, вот этот комплект, здесь два кресла таких и диванчик. Состояние прекрасное у мебели. Вот там диванчик в глубине стоит. Лампы. Вот там еще высокие, большие лампы. Вот это вообще огромное. Наверное, метр высотой. Ну, вы видите, там консоли, витринки. Одним словом, поздравил их с открытиями. С открытием. Ладно, идемте дальше. Я, конечно, вот мечтаю все об этой, но это дорогостоящий предмет. Может быть, когда-то и приобрету. Пока что как-то не свезло. Но это с ониксом и вставками латунными. Прекрасная вещица, конечно. Кстати, очень стойкая. Они бывают такие все шатающиеся. Это очень устойчивое. Людей много сегодня. Я сегодня чуть пораньше прибыл. Уже кое-что даже прикупил. 19 век. Вещица дорогая. Но и прекрасная. Это раньше они продавались в магазинах. Вот. То есть это не военная, а такая. Базы очень понравились. Старый Париж требует реставрации, но я почему еще на них? Ну, конечно, это красиво очень, но они вот ручку не обломана, обломлена, да, верхушки, верхние части. Но даже в таком варианте они прекрасны, что-то даже в этом есть. Это 19 век, это ручные росписи, предметы очень дорогие, где-то 90 тысяч будет стоить эти два предмета, если бы они были вот целыми новыми. Здесь какая-то красота. Чего-то они там веселятся, чего-то рассказывают друг другу. Это, видимо, какие еще в наличии есть. 69-й год. До свидания, доброго. Всего доброго, удачи. Домушка, видите, необычная. Ручные росписи. Баронесса. Красота, конечно. Тончайший фарфор. Он прозрачный. Thank you.
чудесная вещица. Салфетница. Галант, что ли? Мы с вами часто зайчика такого встречаем. Но чтоб с капусткой, чтоб с салфетницей. Первый раз вижу. Шляпки нашел роскошно. Здесь несколько вариантов. Чудесные. Довоенные годы. Смотрите, какие формы. 8 тысяч хотят вот за это. Но она, конечно, эксклюзивчик. И еще вот такие. Давайте я вам просто покажу, хотя бы полюбоваться. Ну, собственно, вручную люди делали. Это вся из перьев лебединых. Это я так думаю, что из лебединых. Тут еще коричневая. Бархат плюс перья. И коробка, наверное, из-под них тоже. Из-под этих шляпок. Возможно, и платье вот это хозяйки этих шляпок. Чудесные, конечно. У меня в коллекции есть подобные. Но эти по-своему хороши. Посмотрите, сколько их здесь, нарядных барышень. Очень понравились две вещи. Одна из них, вот эта чаша, блюдо на ножке. Очень старенький предмет, как вы видите. Я под зеленой крышей, поэтому не та просматриваемость изделия. Видите, оттенок дает не очень. Я все-таки схожу сюда, чтобы снять. Видите, какой красивый предмет с розовым оттенком. Ручные росписи. Ой, как мне нравится. И еще одну сейчас покажу. Здесь и чашечки очень красивые. Понравился вот, я не знаю, наверное, вот что это. Это Франция. Матовое золото. Тут соус, наверное, соусник все-таки. Ой, ну все красивое. Вот это привет вообще, я обалдею. Это большая тарелка, тоже Франция. Эмали прям наложены поверх. И понравились ангелочки. Ангелочки. Так, давайте мы с вами еще раз бегаем сюда. На свет. Бежевый цвет. Топленое молоко. Подвесная Франция есть. Под подпись. Ну, ручные росписи, вы видите. И большая, на сантиметров 26, наверное, в диаметре. С анютиными глазками. Ну, все сказал. С анютиными глазками. Минажница. Антиквариат. Углубление, видите, какое. Еще и дырдочка вот такая. Забавно, чудеса. Все чудесать и чудесать. Чего мы с вами только не видели, но вот все равно находятся снова и снова предметы, которые удивляют. Любуюсь. Посмотрите, какие они чудесные. Это ЛФЗ, так понимаю, императорский фарфор. Пузатики такие забавные. Этот чайничек совсем маленький, а этот очень большой. Но при таком большом маленький, такая маленькая крышечка. Чудесная, правда? Вот эта ваза вот какая-то интересная, тоже старенькая. Кое-что я здесь купил. Неплохой предмет. Вот это красота, конечно. А, склейка на ручке. Но это смотрится обалденно. тысяч. Но это очень старенький предмет. Огромная карета, наверное, чуть ли не метр, ну 90 сантиметров длина и высота, наверное, 60. И девушка Сашка еще вот такая есть. У Равшана это чудо висит. Представляете? Ну, конечно, тюльку уже повесили, кто-то обновил сам. Сами понимаете, каких времен
и сколько она может стоить. Колокольчики, бубенчики, то есть отдельно еще эти лампы, и там внутри три. У меня есть такая рыбка, она вся точно такая же, только она без краев, то есть без тарелки, сама себе рыбой. Но тоже антиквариат, Кузнецов. На ножке вот есть, конечно, подбитости. Верхняя часть вся целенькая. Промыть ее просто нужно, вот эти вот желтые штучки, это все старые жиры накопленные. Редкая вещь теперь уже. И они все дороже и дороже. Грибочки продают. Сейчас один из продавцов говорил, ездили они по грибы, очень много набрали белых грибов. Я видео сняли, говорю, ну пришлите хоть видео посмотреть на грибы. Почувствовать это удовольствие, хоть кто-то съездил по грибы и еще и насобирал очень много. Рынок в процессе. Я уже пробежал все, снял, сколько снял. Завтра, надеюсь, еще забегу. А сегодня пойду пораньше домой. У меня примерка вечером, а до примерки мне еще там прилично нужно пошить. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, да. Я вас в Америке начала смотреть. А, в Америке? Увидела вживую. Очень приятно. Я как раз для зрителей снимаю сегодняшний день. Понятно. Удачи вам. Вы теперь здесь? Нет, я к детям временно в гости приехала. Потом уеду. Ну, хорошо. Там, надеюсь, YouTube будет нормально работать. Я буду вас опять смотреть. Пока что по как раз по телефону можно смотреть нормально. Это по планшету или чего там, по компьютеру. Понятно. Зависает. Очень сами приятно. Надеемся на это, потому что все привыкли. Спасибо вам. Удачи вам. Всего доброго. Так, мне еще понравилась вот эта лампа. Вот эта лампа большая. Вот я про нее думаю, но она очень тяжелая. Но это не бронза, это современный мрамор, как его называют. Ну, конечно, выглядит она шикарно. Синее стекло у Светы стоит. На подносе, посмотрите, в звездах все. Даже пробка в звездах. Очень красивая. Света, ну Света это товар. Я его не заметила, она говорит, Вань, ты видела? Я говорю, нет. А правда шикарный. Просто прям красавец. Еще и на подносе прям дополняет поднос прекрасно. Ну и настало время розыгрыша. Кто у нас получит эту легкую пару роскошную? Дама в шляпке с бабочками и, наверное, стихи Пушкина или что там, не знаю, очень неразборчиво написано. Хотя я особо не углублялся, в своих заботах и делах не до этого. 92 комментария под нашим видео. Хочу отметить один из комментариев. Поступил он сегодня. Снимите шляпу перед прошлым и засучите рукава, глядя в будущее. Думаю, актуальное всегда сказанное. Давайте выбирать случайного комментатора, победителя нашей вот этой пары. И у нас следующий лот ждет. Посмотрите, какой интересный. Сейчас я вам его покажу, пока пусть Мишутка его охраняет. Шляпка – это всегда красиво и романтично. Подписывайтесь, кто вы, не забывайте. Подписывайтесь, кто вы, имя, фамилию. Видите, нужно переходить. Все, он отключился, с ним проблемы. Почему я говорю, подписывайтесь, быстро садится. Сейчас это нереально, он просто уже сейчас перегрузится и не найдет победителя. В общем, я думаю, тот, кто знает, кто написал этот комментарий, жду вашего ответа с вашей почтой во ВКонтакте. А новый лот у нас вот такой. Посмотрите, это прекрасная визитница из милых розочек. Видите, он включился. Но если я сейчас даже пока он зайдет, пока он загрузится, пока я нажму эту кнопку, уже будет другой победитель. Так что идем по старому плану. Пусть тот, кто написал, узнает свой комментарий, пишет. Это у нас новый предмет, новый лот. Он, конечно, бы сюда подходил очень к розовой шляпке. Визитная карточка вообще это наше лицо.
Почему я свой канал назвал Иван Рыбников? Сами понимаете, почему. И я не люблю эти имена и фамилии, которые там придумывают на иностранных языках, всякую чушь не лепится. У нас есть свои имена, родные русские, и я за это. Так что давайте, слово у нас будет «Розы». Давайте. Все, жду ваших комментариев под этим видео. Не забудьте подписаться на Яндекс.Дзен. Ссылка в комментариях. Телеграм, ссылка на него также под этим видео в первом прикрепленном комментарии. Там, где месяц сказку сторожит, где в зеленых дебрях ветер ропщет, роща соловиная стоит, белая березовая роща. Там на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой, соловей российский славный птах открывает песню свою со свистом. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога. Впереди у жизни только даль, полная надежда. Людских дорог. И земля становится родней, и сердцам понять друг друга проще. Ты мне душу тронул, соловей, маленький волшебник белой рощи. Не ведая о том, ты напел заветное мне что-то. Эту песню да записать пером, что от журавлиного полета. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога. Впереди у жизни только даль, полная надежда. Уносится печаль, из души уходит прочь тревога.